убил. Он уже пролутал харда. Убил. Ой. Планизор.
Обыщи его. Ясно. Так, еще один справа. Ага. Слева на колючке, походу.
Сколько часы эти птицы стоят? Стоит их брать? Или лучше шлем взять с забралом? А как называются часы? Ну, птицы, часы большие. Ну, как они называются? Часы. Я сейчас посмотрю. Деревянные часы. Деревянные часы, 46. Хорошо, лучше шлем. Кстати, парни, статистика Ютуба говорит, что 70% людей, которые меня смотрят, не подписаны на канал. Дайте мне сигнал, ребят. Если вам нравится контент, поставьте лайк, подпишитесь. Если вам не трудно, конечно. Ого. Две мосинки. Одного на скалы забираются на камни. Да, наверху. Пикается. Одного убил. Дал флеха. Один где-то еще левее. Он ползает где-то левее. За камни мы летим. За камнями, за камнями. Понял. Вижу труп. Вижу, лежит. Бил? Ага. Я тут. Так, тут мосинка. Там мосинг. Так еще калаш стрелял какой-то с ними. Хупс. Какой-то хупс рух. Ко мне смещусь под лап. Кажется, меченка открыта уже. Да, открыт второй этаж. Забор. Ты? Ушак. Нет, 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 нет. Ага. Не понял, как где это? Ну, в трёшке где-то. Где конкретно, хрена узнает. Я зашел на второй. Угу. Зашел на первый. Вижу его. Я убил. Здесь мосинка, это не то. Еще вижу, убил. Ты топнул сейчас? Раз. Может быть, может быть. Я на первом этаже. Закрываю дверцу. Проверю, что у него. Да, оглушенный калаш, возможно он. Ага, все, понял. На третий поднимусь, посмотри. Ага. Точно. Смотрится на ютубе видосов про самое смертоносное оружие и ходят с мосинками. Кошмар. Не, тут забей. Раскрыть все забрано, и чисто третий этаж. Собрали, да, все они? Да, все у них. У них что-то нет, ничего такого. Вот такое вроде.
за тигром. Ты прыгал сейчас? Да-да. Да ладно, вроде ближе. Сейчас это снайпер убил какого-то бота, я слышал, на магазине, кажется. Да? Ага. Алма стреляешь? Не, не понял. Она убила на перекрестке бота. А там был костер? Нет. Смотри, сейчас может быть тебе пойдет. Бежит, бежит. К переходке. Понял. Перебегает, кажется. Да, он уже перешел к тебе на ту сторону. Ага. Нет. Мощненько. Это я понимаю. А? Переходит по дальней перебежке один. Двое. Залутанные. Да. Настройку? Да, одного убил. О, блин, сейчас. Второго ранил. В контейнер забежал, который понял там на этой перебежке. Да-да-да-да. Ты не выпустишь, я его сейчас попробую. Я не знаю. Попробуй держать. Сейчас слева попробую его поконтрить. С шлемок забрал, ими более одного убил. Отсюда плохо видно, конечно. Да, кто тут в гаражах еще есть? Я повалился. Он убегает. Ко мне к танку? В угол. Нет, в угол, да, вон. Оружие выкинул в воду. Серьезно? Да. Убил? Нет. Где он? Вижу. Убил. Нафиг воевать, оружие в воду и нормально. Ну вот это настоящие профи. Ладно, мы там четвертых уровней убили в общаге, да? Вот это какие-то не профи, а это профи настоящие, как бы. А, братана, не получилось, а, выкинуть-то, да? Наш Эльтоныч. Что там за оружие такое? Только сам не скинь воду его аккуратно. Не-не-не, там хороший стол. О, она неплохая, действительно. Я не смотрел. Ник, я скажу. Не он, агрессор. А уровень? Агрессор, 29-й. Агрессор. Агрессор, да, агрессор. Заагрессировали прям вот он, оружие особенно агрессивно выкинул. Я ему сейчас... А чё у него? Смотри, я слышал кого-то на гаражах за танком, я не знаю, кто там ширкался. Mm-hmm. Я этого полутаю, посмотри туда. Сейчас я поднимусь просто. Каска у него это была. ЛШЗ забрал он. А она повреждена? А у второго тоже ЛШЗ, но я этому башку зарядил. Ну вот этому я сейчас 3 в него попал. И ему было пофигу с этого, с винтовки, с этой чудесной. А, ну так ты чем, от ТКМ стрелял, что ли? Да. Ладно, хоть у тебя ствол не разорвался, пока ты стрелял с ней. А это 33-й какой-то, ниндзя Зу. Один ниндзя, другой агрессор, короче, все понятно с ним. Агрессировал. Такие ники бы не ставили, не посмотрели, агрессоры. Не, ну да че смешно, я смотрю в оптику, побегает в воду, кидает и с ножом убегает, когда по нему два раза попал. А че ж он все не скинул? Не успел? Не успел, страшно. Господи. Это жесть, это просто... Блин, тут Генка, ладно. Че-то если останется, я могу забрать. Да, останется, останется. Кто по кому? Вот. По тебе? Да, я убил.
Я у танка тут наверху контролишь потом. Только сегодня я читал. Почему? Потому что есть такие задороты, как Шейтан. Трёшку загренная на меченку. Я со стороны магазина подхожу в трёшку. Слышу. Это я вас слышу. Так, вижу этих чувака, которые гранаты кидают. У палаток. Одного убил. У палатки убил, есть у насыпи. Вижу. О-о-о, тихо. Мужчина, спокойно. Еще одного убил. Грена. Так, быстрее тирующие, у вас на самом деле. С второго спуска, с третьего спускаюсь. Все, все, здесь чисто, я пристаю. Разлутываю своих, убил тут. Убил двоих, они оба с эмками. Почему-то мне кажется, они с одной банды. Тут с кем-то стрелялись, они найти бы вот. Я с главных вышел. Я в душку за центрального. А, да, действительно, он бежит труп. Пошел, да? А, это дождь. Пролом на лэп, который. А может еще есть просто. Я на первом душке. Второй чисто душка вроде. Гранатку дам, одну проверочную. Убил еще одного. Работало. Я флеху кинул туда в угол, блин. Слышит граната падает, страшно же. Так, я сзади к тебе, Шайтаныч, подхожу. Ну то в смысле еще одна ВСК есть. Половая просто. Я нас. Так, тунгенка неплохая. Возьму, наверное, ее сейчас. Я у палаток беру. Я вашу сторону из нас. Вы у палаток, да? Что ж? Нет, дальше. Я у пролома на новую идет в палатках. Я это потом. Я. Воевали. Вот тут АВС есть, если там-то нам. Вторая лута. С эмками, трое с эмками, один с калашом. Одного прокосячил, в грудь убил. Скорее всего внутри, на кто? У тетрисов, ты шайтан? Ой, не у тетрисов, у, да. У Сережи. Осторожно, смотри, шайтан. Да-да, я подойду. Убил, внутри был.
смотри, по мне еще щелкали оттуда. Возможно, ты. Внутри чисто. Через жопу убивали, нет? Нет, я не в туалете. Жопу нет. О, патроны. Уходи, уходи, уходи. Бля, по мне. Все. Все. По-моему, с КПП. Вышка КПП вроде как. На бункере на вышке видел или где? На жопе. Прям на вышке, дальняя угловая вышка. У жопы, прям в жопе, да. Блин, а, он... по мне СКС. Я этого тоже слышу, да, он тут есть. Там двое. Один у тунгуса, второй на вышке. Тунгусок? На жопе. О, ну, тунгусский жопа где, вот это вот. Прям на жопе, короче. Так я тут хожу, в смысле, блин? Вы по мне поди щелкали там? Нет. Гранаты твои сейчас? Мои. Наверху на вышке. Да я понимаю. Забить тело. Да, хорошо. По-моему, минус. Да, он минус. Смотрите, вышку КПП быстро сейчас. Здесь двое минус. СВД с теплом. Сейчас сам посмотрю. Я по возможности. Я никого не вижу. Да, тоже не вижу. Пов, я к тебе захожу. Эти очки, они не для дальнего боя, они для ближнего. Да. Потому что в дальнем бою это ошибается. Я в душевых. Я начинаю ботов разнуть. Смотри, какая тут кучка. Неплохо. Мне? Тетриса? Убил меня. Ай, зараза. Тетриса. Это жопа верта, не? Нет, 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 это сер... Сервер, ну там, там Аня одного видела, да, он, значит, там закрысил где-то. Сидел. Так, где он тебя убил, чтоб не тебя... На шаре где? Прям на шаре, я думаю. По мне! Оружие не стреляет, твою мать! Бункер, жопа. Прям с бункер? Да. Взорвал его, взорвал его. Пошел он нахер, бля, мудак. Лежит, падла, бля. Тут еще есть, ты мне? Нет, нет, нет. Бел. Хорош, тебя вижу. Кнопки типа аккуратно. С какой стороны? Я не понял. Со стороны серверной. Только что тепло было, я его потерял. Он на ней идет, скорее всего, лутать. Хочет, по крайней мере. Я тоже в серверный залез. Ты бегаешь вдоль серверов? Да, 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 да. Что там по времени? 20 минут. Сломался. Кустах сидит. Убивай. Возле заправки кусты. Тут сидит.
смысле не попал? Убил. Еще есть там? Или ты по нему? Да, да, пилигрим, пилигрим. Больше не видел пока. Ну он в кустах хорошо лежит, если теплака нет, может и не заметить. Да, может. А я, кажется, вижу харда, но это не опасно. Он уже пролутал харда. Как это? Убил. Ой. Прикольно. Что-то я вообще их не заметил. Тепловизор, Серпов. Тепловизор. Вот. О, бля. Из палаток и не с палаток. Вон он, блядь, ебать! Палаток убил? Там до сих пор. А, вижу. Да. Тут тактик и АК-74Н как раз, видимо, хардовский. ТВ-шка, там шлем харда есть. И на еще X-Fill с чем, если тебе влезет. Давай я могу что-нибудь с харда вынести. Да давай я харда вынесу, а ты просто стихов все вынеси. А X-Fill чей? Не твой? Нет, это их. Ну у тебя место есть или можешь посадить на себя его? Да у меня фрейм тоже, сейчас найду место. Канистру утяну. Что-то пацаны сразу рашкой лутать побежают. Конечно, они ж не знали про меня, я же по нему глушителю работал. Не убили харда и сразу пошли к нему. Через ладью черную. Пристрою уже есть, прям какая-то падла. Топорист. Дал ему спину, убил. Ха-ха! Ну я ему спину попал, четко вот. Поднимается, второй этаж. Двое. Прям под тетрисами. Трое! Направо лестница. Понял. Дал еще. Первый, по-моему, ушли. Летит хаешка нам. Флешка. Флешка. Они на первом этаже, да, с вот с правого хода от нас. Нету никого на первом. Могли убежать в жопу. Да-да, могли. Ой, убежать. Мяч. Либо в ванной комнате, да-да-да-да, в ванной комнате. Я втроём? Да-да-да. Это герой? Это да. Первый этаж? Да, это первый этаж. Там грена бесконечная, аккуратно кидают, прокидывают. Дал флеху. Нет, я сама слеп! Я их держу. Держи. Вот это было, их ещё было. Так нас залетело, блин, какого хрена? Погоди, шайтан, блядь, ты мне кинул ее! В смысле? Прямом. Она ж туда залетела. Да нихера, у меня вот тоже типа туда залетела. На самом деле она не залетела. Хорошо. Справа убил. Хорошо. После нее заходим. Давай. Давай, пошли. Вот они, все, тихо, вот они. Так, который мой, блин, не знаю. Маэстро. Ты что, мать твою, за... Что за, блядь? Этот мой. Сейчас к вам придем. Чего они расстраиваются там? Он в кепочке и всек. Кто по железоцепу? Перед нами, у вагонов. Налево побежал. Топорист. В ногу ему.
Ай, ножки болят, да? Бывает такое, бывает. Эй, блин, граната улетела не туда. Кинул. Туда она улетела, куда надо было. Пошел на нож брать. Что это тихо больно? Мозгом разбить. Это на следующий видос, где люди ноют в комментариях, зачем ты убиваешь топористов? Я вот это первым поставлю. Это вообще какой-то.